Всем привет еще раз. Не ожидал, что тема с домкратом заинтересует ребят. И вот попросили снять видео, как работает, какие размеры, что чего, ну и так далее. По порядку. Значит, ширина где-то 65, длина тоже 65, глубина где-то 18. Ну и ширина здесь, как мы видим, пропильчик вот этот, он как бы конусом немножко идет. Вот. И попросили снять, как работает, как домкратит и прочее. Ну, это в частности вот Андрей Черкасы, ответ на ваш вопрос. Расспросили, сниму вам коротенький роличек, что и как работает. Ну вот, попыточка поддомкратиться. Вот он наш короб. Берем, домкратим. Ну, как-то так. Снимать. И не совсем получается и снимать, и домкратить. Но... Ну вот, собственно, на что я хотел обратить внимание. Вот так он заходит. Практически, когда начинаешь уже домкратить, вот эта часть, она тоже упирается здесь. Здесь она, конечно, не доходит, потому что короб разной конфигурации. Вот, вот эта часть как бы надерживает. Ну вот, уже колесо как бы от земли отошло. Вот. Так вот оно упирается. Можно, конечно, пропил сделать чуть побольше, там миллиметра на 2, на 3, это уже зависит от вас. Но общий принцип, я думаю, всем ясен и понятен. Вот уже машина от пола колесика отошла. Еще раз вот показываю. Вот так. Вот, можно еще миллиметра там 2-3 пропилить, оно будет упираться. Но в данном случае оно упирается здесь и здесь. Вот. Ну, естественно, короб, ничего ему не будет. Сейчас я сниму машинку, опущу. Я просто подручными средствами. Ну вот, все опустилось. Здесь он немножко как бы плоховато выходит, жестковато. Вот, вот даже тут ржавчина отпечаталась немножко с короба с обратной стороны. Вот он короб, вот она отметка от домкрата. Никого мы не повредили. Вот. Вот так это все получается. Извиняюсь, неудобно и снимать, и работать. Ну, вот такая вот штука у нас получается. Вот еще раз, вот она отметочка осталась. Чистенькая, потому что машина грязная. Вот и все. Всем пока, Андрюх. Я думаю, что на твой вопрос я ответил. Все нормально. Всем удачи, пока-пока. Пишите, задавайте вопросы, постараюсь ответить, что кому непонятно.